Шоколад всегда способен украсить любую вкусняшку. Поэтому сегодня на Мультидо вас ждет челлендж со всеми любимым шоколадным фонтаном. Ну что, пора узнать, что нас сегодня ждет? Полностью тебя поддерживаю. Погнали! Here we go! Вот это круто! Клубника – это очень вкусно! Клубника-то да, а вот перец! Он же такой острый! Кажется, кому-то не повезло. А вот я не хочу оттягивать этот момент, поэтому полакомлюсь своей клубничкой прямо сейчас. Главное не забыть добавить шоколада. Так будет еще вкуснее. Это просто шикарно! От хвостиков нужно избавиться. Эй, больно же! Пришло время для следующей ягодки. Думаю, что я ее съем очень необычным способом. Готово! Круто! Потрясно! Вот это ловкость! Браво! Раз я такая крутая, то я смогу съесть так все ягодки. Нужно только подбросить каждую и поймать ртом. Тоже мне! Так и я смогу! Ну вот, оказывается, это не так уж и просто. А ты чего смеешься? Ешь! Уже? Но я надеялась, что обойдется. Ладно, думаю, шоколад хоть немного спасет меня. Так перец станет чуточку слаще. Что-то я в этом сомневаюсь. Я тоже. Поэтому мы сейчас это проверим. Кажется, не помогло. Пожар! Только не на меня! Помогите! Как остро! Это был настоящий пожар. Мне срочно нужно запить этот ужас. Ого, Эмма! Ты выглядишь так, как будто это ты ела перец. Да, это все из-за тебя. Ты и клубнику мою спалила! Но я же не хотела. Ну все, я зла. Ну прости, пожалуйста. Что же будет на этот раз? Попыты, круто! Я обожаю играть с попытом. Он успокаивает. Полностью согласна. Но мой попыт какой-то странный. Он совсем не хочет нажиматься. Да уж и правда странно. Кажется, я вырвала кнопку. Что же это за попыт такой? Пахнет от него классно. Может, его можно есть? Так он же мармеладный, как круто! Мармеладный, говоришь? Значит, и у меня тоже. Ай, нет! Мой явно не мармеладный. А вот мне повезло. Поэтому я могу съесть свой попыт. А перед этим добавить к нему немного шоколада. Выглядит он просто шикарно. Как же вкусно! Вау! Можно я тоже попробую? Нет, ты играй со своим резиновым попытом. Ну вот, хотя зачем играть? Я тоже могу использовать его куда прикольнее. Я настоящий повар. Это будет круто. Куда это она? Нужно убрать попыт в холодильник, чтобы шоколад скорее застыл. Ну что, я же говорила, что придумала нечто очень крутое. Вот, пожалуйста, шоколадный попыт. Вот это да! Он будет явно вкуснее, чем твой мармелад. Особенно, если я обмакну его в дополнительный шоколад. Это просто невероятно вкусно! Я в восторге! Теперь мне тоже интересно. Дай-ка сюда попыт, я тоже хочу попробовать. Хотя зачем что-то готовить, если в него можно просто играть? Время для следующей шоколадки. Эй, а где попыт? Джуди, а ну отдай!
Он мой! Нет, мой! Я хочу его себе! Что это было? Почему у меня только половинка? Я очень сильно ударилась головой. И у меня тоже только половина. Круто! Значит, теперь у каждой из нас есть попыт. 3, 2, 1. Открываем! Что? Лук? Он же такой горький! Бе! А у меня чупа-чупс. Как же хорошо, что мне повезло. Пока я лакомлюсь леденцом, ты ешь свой лук. Не хочу ждать. Хочу чупа-чупс. Почему фантики всегда такие тугие? Даже порвать не получается. Ты чего? Чуть меня не ударило. Не ной. Лучше возьми лук и поскорее его съешь. Давай, я даже тебе помогу. Но он же такой невкусный. Ладно, может, шоколад исправит дело. Нет, шоколад вообще не помог. Джуди плачет, как ребенок. На вот, еще съешь лучка. Что ты ко мне привязалась? Смотри, я очень сильная и очень смелая. Так что я быстро разберусь с твоим луком. Ну что, как тебе такое? Хватит, это мерзко. Нет, я доем все. Ну как, приятно пахнет. Какой ужас, мерзость. Так тебе и надо. Да ну тебя, я лучше свой чупа-чупс поскорее съем. А с шоколадом он станет только вкуснее. Как же вкусно мне сейчас будет! Просто шикарно! Но так очень медленно. Как же это скучно! Давай быстрее! Не мешай! Не мешай! Ладно, буду ждать. Да ну тебя, я пошла. Ну и иди, а я буду наслаждаться вкусом. Кажется, я почти доела. Но что-то у меня косточки побаливают. Ты еще ешь, что ли? Почему так долго? Уже почти все. Все? Ого! Я доела. Наконец-то! Круто! Ой! Наверное, прошло и правда слишком много времени. Чур, я посмотрю первый. Ничего себе, это же Скитлз! Yes! Да уж и правда Скитлз, прикольно. Wow! Смотри, какие это огромные конфетки. Это даже круче, чем обычный Скитлз. Какие же они вкусные. Вот как я умею. Ладно, теперь ты смотри, что ждет тебя. Рыба! Но как ее есть, если от нее исходит такой запах? Я не выдержу. Опять последняя надежда только на шоколад. Сейчас обмакну ее. Что-то ты долго. Нужно поторопить. Ты что наделала? Из-за тебя я вся в шоколаде. И воняю рыбой. На, ешь свою рыбешку. Надеюсь, она будет очень мерзкой. Какая же ты жестокая. Ладно, погнали. Ничего себе! Я и не знала, что ты так умеешь. Это было ужасно. Ой, кажется, еще не все. Упс. Какой красивый у рыбы скелетик.
Ничего подобного, он мерзкий. Так, пора бы и мне поесть мои конфетки. Но есть их без шоколада скучно. Поэтому обязательно нужно окунуть их в шоколад. Надо же, как же это вкусно! Я ничего лучше не пробовала. Я бы тоже попробовала. Можно я возьму немного? Куда? А ну не трогай мои конфеты, верни их сюда! Я только попробую! Я сказала, отдай! Ого! Ничего себе! Теперь конфеты можно есть прямо из фонтана! Прикольно! То есть и мне тоже можно? Не трогай! Тебе нельзя! Это все еще мои конфеты! И шоколад, значит, тоже мой! Вкуснота! Оказывается, шоколад не в силах перебить гадкий вкус рыбы и лука. Но шоколад точно может украсить другие вкусняшки. Вы сегодня в этом убедились. Еще больше вкусных челленджей всегда можно найти на Мультидо. Оставайтесь с нами!